Телеканал MTV Mix представляет грандиозное мероприятие «Признание года 2018». Мне хочется пригласить на эту сцену наших официальных партнеров церемонии признания года. Farmland.ru – сервис бронирования лекарств и товаров для здоровья. Управляющий регионами аптечной сети Farmland Елену Теренину. Группу компании «Третий Трест» и руководителя отдела продаж Светлану Заяц. Самую крупную сеть салонов меха и кожи «Крисида» и ее владельца Руслана Давлетшина. Руководителя и идейного вдохновителя студии «Декор Моншери» Регину Каримову. Заместителя директора санатория «Танып» Рустама Галямшина. Мне хочется, конечно же, каждому из вас передать слово. Пожалуй, федеральная аптечная сеть «Фармленд» известна каждому жителю нашего региона. И это не только благодаря тому, что мы гарантируем высочайшее качество лекарств, предоставляем широкий ассортимент товаров для красоты и здоровья, проводим масштабные акции, но и потому, что мы никогда не забываем, что мы родом из Башкирии. И именно поэтому мы стараемся поддерживать все значимые события, проводимые у нас. Farmland.ru – сервис бронирования лекарств и товаров для здоровья. На сайте farmland.ru можно забронировать любые товары из ассортимента аптек Farmland по специальным сниженным ценам. Бронируйте лекарства еще дешевле, чем в аптеках на сайте farmland.ru. Но мы очень рады, что мы являемся партнерами такого грандиозного мероприятия. Благодарим команду Евгения Машко за этот праздник. И приглашаем всех жителей нашей Уфы воспользоваться сервисом farmland.ru. Добрый вечер, уважаемые гости. Группа компании «Третий Трест» с удовольствием принимает участие в данном мероприятии уже не первый год. Мы очень рады здесь присутствовать. И, конечно же, самое главное для каждой компании, участвующей в номинациях, это быть достойным, конечно же, для главных людей нашего бизнеса, это наших клиентов. Поэтому мы с удовольствием представляем наши новые проекты в следующем году. Следите за новостями. Группа компании «Третий Трест» – стабильная, динамично развивающаяся многопрофильная компания, которая входит в топ трех третьих застройщиков Республики Башкортостан. На сегодняшний день «Третий Трест» ведет строительство 7 жилых комплексов и запускает новый проект «Шервуд» на Шафеева-2. Мы очень рады быть участниками такого прекрасного мероприятия. Оно всегда проходит на самом высоком уровне. Добрый вечер всем. Очень приятно. Павел Николаевич, как всегда на месте, за ваше ежегодное мероприятие. Благодарим вас. Спасибо. Привет, Уфа. Приходите в «Крисиду». Кожа, меха в вашем распоряжении. «Крисида» – королевство меха и тепла. Это неподвластное времени и моде уникальное разнообразие меховых шуб, дубленок и трендовых кожаных курток. Студия декора «Моншери» специализируется на красоте, на декоре мероприятий, значимых событий и на декоре бизнеса. Если вы владелец или владелица салона, ресторана или другого бизнеса, мы с удовольствием отдекорим ваш бизнес. Студия декора «Моншери» специализируется на декоре бизнеса и значимых событий, а также на малых и масштабных мероприятиях. Основной акцент направлен на декоративную флористику премиум-класса. Это цветы и зелень превосходного реалистичного качества. Студия с радостью отдекорит ваш бизнес, будь то салон красоты или большой торговый центр. Вот все, что находится за нашими спинами, это все студия декора «Моншери». Я всем желаю успехов и уверенности в себе. Если вы уверены, то все у вас будет хорошо. Добрый вечер. Горячий пламенный привет от северо-востока Башкортостана, санаторий «Танып». Ждет вас всех с наступающим Новым годом. Желаем всего самого наилучшего, здоровья и семейного счастья. С праздником! Спасибо огромное!
Санаторий Таныб получил категорию 4 звезды. Одна из передовых здравниц для целебных источников минеральных вод. В окружении живописной природы Республики Башкортостан. Круглогодичного функционирования. Уникальность санатория в том, что все базовые услуги, лечение, проживание, питание, досуг осуществляются в одном корпусе. Наличие собственного бассейна с аквапарком, водолечебницы, грязелечебницы с применением современной аппаратной технологии. Как ваше ощущение от того, что происходило на сцене? О нашем санатории многие знают. Если, скажем, за 13 лет отдохнули более 70 тысяч людей, а сегодня заполняем санаторий 100%. Ждем вас, санаторий Таныб! Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, от южных морей до полярного края раскинулись наши леса. Хотим поблагодарить, конечно же, наших постоянных партнеров десятилетия. Сегодня тематика признания года – гордость Башкортостана. Сегодня нас поддерживает не только правительство Республики Башкортостан, но и Министерство культуры, Министерство семьи, социальной защиты и труда, Министерство образования, Торгово-промышленная палата и огромное им за это спасибо. Сегодня 11-я церемония награждения лучших компаний столицы. Я хочу поблагодарить постоянных партнеров десятилетия, которые нас поддерживали все это время, и пригласить их на сцену. Заместитель генерального директора ПАО «Башинформсвязь» Алексея Борисова. Транстехсервис, официальный дилер BMW и продавец-консультант автосалона BMW Артура Шарафутдинова. Администратор салона «Тай Спа» Султанову Светлану. Генерального директора ресторана «Тануки» Анну Оя. Директора компании «Уфимские натуральные напитки» Алину Бондаренко. Коммерческого директора круглогодичного центра отдыха «Павловский парк» Тагира Рахматуллина. Руководитель садово-ландшафтного центра «Аллея Рос» Айгуль Абилхаерову. Владельца оздоровительно-развлекательного комплекса «Райский берег» Максима Теплова. Компания «Ростелеком ПАО «Башинформсвязь» – это ведущий телекоммуникационный оператор Башкортостана, который предоставляет полный спектр телекоммуникационных услуг для дома и офиса, телефония, интернет, интерактивное телевидение и видеонаблюдение. Компания «Транстехсервис» – это 86 автосалонов, реализующих новые автомобили, и 18 автосалонов с пробегом. Компания присутствует в 10 городах Российской Федерации, является официальным дилером 21-го автомобильного бренда. Салон тайского массажа «Инспа Тай Спа» – это настоящий тайский массаж в исполнении профессиональных мастеров из Таиланда. Ждут вас по адресу Комсомольская, 106. Роскошный интерьер и приветливая атмосфера – лучший отдых для жителей большого города. Чарующая атмосфера в Тай-спа на Комсомольской 106 – это отдых для жителей большого города. Ресторан японской кухни «Тануки». Если вы хотите узнать, какие бывают настоящими суши или же сашими, чем заправляют пикантные японские салаты и что в этой стране принято подавать на десерт, стоит побывать в «Тануки» – ресторане, где готовят еду для гурманов и истинных поклонников японской кухни. Уфимские натуральные напитки – это вкусные, освежающие разливные напитки от башкирского производителя. Они у вас сегодня на столах, отведайте и попробуйте. Новинка – артезианская питьевая минеральная лечебно-столовая вода торговой марки «Уфимская». Это вкус настоящей чистой воды без примесей и запаха. Что подтверждено исследованиями органов сертификации продукции Республики Башкортостан. Потому что сегодня только лучшие компании Башкортостана представлены на церемонии признания года 2018. Круглогодичный центр отдыха «Павловский парк».
расположен всего в 100 километрах от города Уфы на всеми нами любимом Павловском водохранилище. Круглогодичный центр отдыха «Павловский парк» – прекрасное место для проведения корпоративных мероприятий, банкетов, праздников, конференций, деловых встреч и спортивных мероприятий, территория активного отдыха и, собственно, ярких эмоций. Хочешь сад своей мечты? Рядом со мной вот стоит роскошная дама в зеленом. Кстати, друзья, сегодня дресс-код, мы помним, да? Зеленое, золотые меха. Впервые вижу вас в дресс-коде. Отдельные аплодисменты. На новое десятилетие садово-ландшафтный центр «Аллея Роз» постарались. Дизайн, благоустройство территории, автополив, ландшафтное освещение, ровный газон, искусственные ели, растения, огромный выбор крупномерных деревьев. Сосны, пихты, кедровые каштаны, амурский бархат, маньчжурский орех, липа, береза, рябина, яблоки, груши, черешни. Все для вашего сада. Решили отдохнуть на высшем уровне? Оздоровительно-развлекательный комплекс «Райский берег», который объединяет в себе ресторан с летней террасой и 10 банкетными залами, семейными банный комплекс с 2 бассейнами для взрослых и детей, вип-сауны с большими 2-этажными номерами, 9 гриль-домов с баньками на берегу озера различного уровня комфортности, большая парковая зона и великолепные виды на природу, где можно сделать сумасшедшие селфи. Мне хочется поблагодарить также за 10-летнее сотрудничество, плодотворное сотрудничество с телеканалом MTV Mix. Такие компании, как Сбербанк, Альфа-банк, Росгострах, Банк ВТБ, Башкомснаббанк, ТРЦ Мега, ТРЦ Семья, Аркада, Планета, торговый комплекс Мир, автомобильные бренды Toyota, Infiniti, BMW, Porsche, Audi, ресторанные комплексы Марко Поло, Шерлок Холмс, ПАП, ресторан Большой, ресторан Макхаллендер, ресторанно-гостиничный комплекс «Версаль», лучшие фитнес-клубы города «Зорги Фитнес», «Менделеев Фитнес», «Арена 3000», «Реформа», «Оранж Фитнес», «Стрит Фуд», «Кумпан Кафе», «Пышка», «Японика», «Своя компания», «Морожка», «Клиники красоты», «Секреты совершенства», «Джованни», «И ночи», «Время красоты», «Лакшери», «Мать и дитя», и медицинские центры «Голодент», «Лорак», «Меги» и гомеопатический центр «Мария». Спасибо вам огромное за эти 10 лет с нами. Как всегда, хочу представить нашим друзьям, наших партнеров, которые без них не проходят, но ни одно, скажем, мероприятие. «Аллея Роз». Айгуль, добрый вечер. Здравствуйте. У нас великие планы, мы уже с Москвой в партнерство входим. Крайне приятно видеть, как всегда, в хорошем расположении духа, не в работе, а как всегда, в отдыхе. Как отдыхается у нас? У нас отдыхается хорошо. Полным ходом идет бронирование на новогодние каникулы. Всех приглашаю. Мы совместно с церемонией признания года очень благодарны, что нас признали. Чем ты был удивлен сегодня? Сегодня я был удивлен, что я вышел за практически сразу же, как приехал, сразу же вышел в начале. И потом можно уже праздновать, смотреть, наблюдать.